Экологический десант 10 и 11 июля в Шадринском районе пройдет особенная экспедиция. В ней будут участвовать работники Департамента природных ресурсов, Управления физической культуры, спорта и туризма, а также научные сотрудники. Экспедиторы посетят памятники природы регионального значения, например, Мыльниковский бор, исток реки Канаш, Шадринский дендрарий, родник на Увалах и многое другое. По словам организаторов, главная цель мероприятия – оценить состояние природных комплексов и сравнить полученные данные с результатами прошлогодних исследований. Еще одна цель – рассмотреть перспективы развития экологического туризма.